Врачи! Хай, ребята! С вами Супер Рим, и сегодня мы поиграем в Stalkers of Pripyat. Как вы можете помнить, в прошлой серии мы попали на плато, на южное плато, через портал, который находится в аномалии возле сгоревшего хутора. Ну так вот, затем я спрыгнул, потому что хотел взять артефакты, находящиеся в этой аномалии. Сейчас посмотрю, как называется. Называется аномалия цирк. Ну вот, теперь нам надо бежать, собственно, к сгоревшему хутору, оттуда снова прыгать в портал, так сказать. Побежали. В этой серии я, кстати, постараюсь снимать из монтажа. Ну так вот, поэтому буду делать все максимально быстро. И постоянно говорить, чтобы вам не было скучно. Как я уже говорил, мы направляемся на сгоревший хутор, который находится где-то в той стороне. Тут можно найти, естественно, так называемые, как же они называются, тайники. Но я не буду мелочиться и просто буду бежать куда надо. Ой-ой, а вот это не то, что я ожидал. На. Так, как так-то? На. Готовченька. На. Блин. Ах, блин. На. Я почему-то привык, что если достать нож, то буду бежать быстрее. Так, у нас кровотечение. В принципе, оно мощное, так что лучше его остановить и перекусить немножко этими вкусными консервами. Так, дошли ли мы куда надо? Нет, но мы почти уже у цели, так что давайте просто добежим и все. Мне, в принципе, здесь вроде ничего не надо. А, ну я могу, конечно, броньку оставить свою старенькую. Да, и могу, по-моему, рассказать, как его, этому технику, так сказать, ремонтнику, или как его там зовут, про то, что я нашел одного из его друзей, который вот тут сидит, меня ждет. Так, вот мы, так сказать, поболтали. Сейчас я починю свою одежку, автомат починю. И мне нужно бы оставить вот тут вот эту броньку, которую мне не понадобится в последнее время. Так, вот это на всякий случай одну оставим. Может быть, мы найдем автомат, которому подходит, собственно. Так, каменный цветок мы можем продать, я думаю. Потому что у нас их два, и... Так, подожди. Какие артефакты ему нужны? Гравий и пузырь. Так, у нас ни гравий, ни пузыря, кажись, нету. Ну, термозащита нам не нужна. Это не пузырь же? Нет, это огненный шар. Ну, денег мы Блин, да что со мной не так сегодня? Да, куда нажать-то? Денег мы подзаработали. О, а вот у нас патронов маловато. Давай закупим мы немного патрончиков. Патрончиков военных, боевых. Нифига, конечно, дороговато. Ну ладно, ничего. Давай, не задерживайся. Я бы хотел, конечно, дробовичок какой-нибудь найти. Двухствольный или какой. Потому что мутантов мочить удобно дробовиком. Не нужно сюда. Берем в руки пистолет. Пистолет. Ло, где? Где? А, я пробегал рядом, поэтому нельзя было. Ну вот, тут мы мутантов мочили. Как... Ох, ёлки-палки, ну что это такое за издевательство? Как только я начинаю играть, так сразу это выброс. Так его сейчас надо будет долго ждать. О, ну как всегда. Короче, я сейчас это в кровать зайду, чтобы было все побыстрее. Ну давай уже. В кровати посплю и выброс... Быстро пережду. В смысле? А почему я должен туда бежать?
от выброса. Почему мне нельзя здесь спрятаться? Странная игра какая-то, честно говоря. Вот здесь же можно. Вот и все. Здравствуй, сталкер. Теперь задание у нас. Да блин, я забыл, как убежать. Ну вот мы пришли, давай поспим до 6 часов утра. Целый день проспим. Задание выполнено, сейчас жрать захотим. А консерв у нас нет, придется купить парочку штук. Что такое? Я все время хочу ножик достать, чтобы побежать нормально. Так, вот. Давай, 4 консервы. Все, давай, давай, быстрее, быстрее. Найдешь артефакт? Серия ну, типа, привяжешь. Ничего не сделали. Смотрим. Давай, давай. Бежим, бежим. Ну вот. Что делаем-то? Артефакт тут, я особо тут не знаю. Ну, я находил много артефактов, когда первый раз играл. Но, как я уже говорил, я эту игру полностью не прошел. Потому что у меня повернулся компьютер. У меня сохранения вроде как остались. Я сейчас их нашел. Но я не хочу уже продолжать с того места, потому что я уже начал новую игру. А зачем я его бью вообще? Побежали дальше. Он же не важный. Ох, ёлки, чуть не залетели сюда. Нет, не надо нам сюда. Не надо, все, выходим. Ну за что? Подожди, дай сохранюсь, я столько всего пережил. Где тут выход? Давайте. Где тут лампочка? Ага. Я давно сталкер не играл. Уже управление полностью напрочь забыл. Вот мы пришли почти. Да блин, ну тут залезть еще нельзя, хотите сказать. Ну елки-палки. Ну что? Ну что за череда невезений? Ну вроде пришли мы почти. Только опять кто-то есть. Кто-то. Блин, чуть не упало. Ну это я сам виноват, конечно, что так неуклюже хожу. Собственно, кто это тут? Давайте. Опа. Блин. Нет, 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 нет. Где тут отпить? Блин, я забыл, как играть вообще. Да дайте мне автомат. Да нет, нет, не это. Ну, мне, конечно, жалко было патроны. Но лучше патроны, чем стопнуть. Лучше патроны потратить. Блин. Блин, запутал. Так, вот мы и пришли наконец-то. Я ожидал, что приду за минуту лишь сюда. Нет, нам надо сюда. Как бы сюда зайти сейчас? Я немножко не понимаю. Ох. Нам повезло. Ой-ой-ой. А вот мы и уже прыгаем. Сохраняемся на всякий пожарный случай. И вот мы почти пришли к вертолету. Вот он. Сейчас мы через южное плато пройдем. Главное сюда не спускаться. Это ловушка. Я уже спустился так однажды. И больше не смог залезть. Ну, в прошлой серии. А куда? А, все, понял. Вот и вертолет. Снорков тут не видать. Но надо знать, что они тут. Где? Мочи! Да блин! Замочил. Ну я покоцал автомат, наверное. Ну хотя не очень. Все, никого нет. Дайте вертолет нормально осмотреть. Так-так-так. Загрузка. Так, данные с бортового. Ага. Муската 3 отказали оба двигателя. Так. Что тут у нас еще? Карта и на ней отметки предположительных точек эвакуации.
Б2, Б28, Б205. Интересно. Опа-на. Теперь нам надо проверять точки эвакуации, которые находятся... Ого, в Припяти, что ли? Одна из точек эвакуации. Ну, короче, мы должны эти точки эвакуации проверить. Вот точка эвакуации... Эвакуация Б2. Сейчас туда, наверное, и побежим, чтоб серия была интересненькой. В принципе, за 5 минут, если добегу, то будет норма. А, я не посмотрел вокруг, вдруг там это были солдаты военные. Ну, не солдаты, а да, военные скорее. Бежим, бежим, бежим. Бежим, ну давай быстрее уже. Я хочу сделать серию более короткую, чем обычно. Это у нас бывает. Сейчас опять получится 20 минут. А я так не хочу. И так уже минут 10 снимаем где-то. Давай. Давай, что ли, это выпьем штуку. Волшебное. Волшебное зелье для бега. Бежим, бежим, бежим. А представьте, я еще, когда раньше проходил Тень Чернобыля, то я вообще перегружен был. Около 100 аптечек. Ну, бинтов точно 200, я вот помню эту цифру. 200 бинтов. Они весили килограмм 20, кажись. Потому что каждый бинт 100 грамм весит. Подожди, куда я бегу? А, тут что ли? Ну ладно. Ну давай, ну давай. Я не против. Здесь точка эвакуации Б2. Это точка неправильная. Насколько я могу помнить. Ну привет. Ну привет. Проходи, не задерживайся. Слышишь, типа привет. Как у сатана, короче, разговорки есть. Здесь военные нету, случайно, да? Мы спросим сейчас. Короче, военных тут нету. Значит, это неправильное место эвакуации. Как я уже и говорил. Темно тут, конечно. У меня точно нет этих артефактов, которые он там просит. Да вроде бы нету. Давай еще раз починим все подряд, чтобы было нормально. Нормально. Серия, конечно, уже подходит к концу, наверное, скоро. А мы так и не пострелялись. Я не рад. Я хотел бы постреляться. Блин, деньги улетают, конечно, вообще за секунду. Ты что светишься? Совсем что ли? Ну привет! Будет чего интересного, заходи. Слышишь, тут это? У султана, короче, разговорки есть. И кто же со всеми вопросами валит бригадным? Так, он султан. Он хочет нам предложить работу. Давай спросим. Короче, я, по-моему, этот квест в прошлый раз... Здравствуй! Ничего не предпринял, пропустил просто. Давайте и в этот раз так сделаем. Я что-то не особо желаю ни с этими воевать, попутного ни ветра. С этими не дружить. Так, нет, я не буду говорить ему. Кстати, вот так можно подойти и попытаться взять. И при этом оно почти что получается, блин. Ну нет, ну не в этом баре, кажись. В другом баре можно так подойти, что почти берется, только при нажатии F оно не берется. Ну что делать будем? У меня противогаз сломанный. Серия должна подойти к концу. Что делать будем? Давайте куда-нибудь начнем идти хотя бы. Так. Ну здесь квесты, по идее.
мы выполнили все. Ну не все, это точно не все. Но большинство это да. Это не ко мне. Со старшим говори. Ого. Ну-ка. А, да-да-да. Он убежал вроде бы, да. Так, я знаю, это кто такой мне. Сталкер Сорока, естественно, говорит. Я помню. Ой, чё я к нему прилип? Нет, я ему говорить не буду. Так, у него есть дело. А, да-да-да, интересно этот. Короче, кровососы, якобы кровососы, напали и только это... Только не сейчас. Кровь выпили полностью. Так. Да-да, прощай, прощай. У меня все полностью здоровое. Ну, давайте на этом серию закончим. Скучновато получилось, конечно, но зато... Не слишком затяжно, я думаю. У меня тут оказывается вот сколько разных пистолетов, автоматов. Я уже и не помню. Спасибо всем за просмотр этой серии. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, пишите комментарии. С вами был Супер Рим. Ну а всем goodbye!